Кузница – это здание с печью, в котором можно создать температуру, достаточную для плавления железа и ковки металлических изделий – подков, гвоздей, наконечников стрел и так далее. Для плавления железа требуется довольно высокая температура, и кузнецу был необходим подмастерье, который бы постоянно раздувал мехи, направляя струю свежего воздуха на пламя. Кузнец раскалял железо докрасно, а затем ударял по нему молотами, придавая ему форму. Кроме того, расплавленное железо можно было залить в глиняную или какую-либо другую форму. Когда ее снимали, получалось готовое изделие.